Нужен гол! 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 Нужен гол!
Я за любовь победить! Эй!
Без победы не уйдем! Мы сегодня
Нужен гол! Нужен гол!
Молодцы! Молодцы!
Только победа! Только мы! Только победа! Только мы! Только Thank you.
Что сказать, Серег, мы все видели. 3-0 выиграли. Сегодня, в отличие от первой игры, ребята проявили характер, дисциплину. И ну, результат не заставил это. Главное, что сегодня бились, и практически вообще никому, даже нельзя претензий сказать, в отличие от первого матча,
Вот. Ну и немножко фортуна повернулась к нам лицом, и там второй гол немножко, да, там, то есть, ну, чуть-чуть была где-то на нашей стороне. Вот. А так считаю, что ну, соперник очень приличный. Вот, наверное, одна из лучших команд, но, как говорится, порядок бьет класс. Что тут главное для спортсмена? Для спортсмена, это, наверное, если человек жена, то жена, родственники, родные, ну и болельщики, которые поддерживают. А ваша семья была на поле? Нет, моя семья дома ждет меня, прощает. Понятно. А для болельщиков что главное? Для болельщиков? Были такими же, как ну, футболисты, что были такими же, как вот сборная Исландии, которая показала себя на чемпионате Европы. Сплоченность и благодарность за то, что приходит и переживает. Угу. А кому бы вы хотели сейчас передать привет? Вы не первый год уже участвуете в спартакиаде. Всем, кто нас поддерживает, и всем, кто нас ждет дома. И всем ребятам, которые вот У нас есть хэштег в Инстаграме «Консультант плюс лето». Вот «Консультант плюс лето» равно? «Консультант плюс лето» радость, можно так сказать, просто. А вот за все годы спартакиады самая большая радость какая у вас была? Вот ваша минута славы. Моя минута славы была 2 года назад, когда стал лучшим ударом, сборной лучшим. Здорово. Какой эпизод за все спартакиады вам в первую очередь вспоминается? Не только в футболе, а в целом. Так выделить я не могу какой-либо эпизод. Это эпизод, любой эпизод, когда мы выигрываем матч, когда занимаем какие-то хорошие призовые места. Хочется, конечно, победить. Мы будем бороться, пытаться. Этот матч показал, что без грязи князи можно победить. А вы вратарь. Вот у вратарей обычно какие-то свои приметы. Там, мяч потереть, там, перчатки что-нибудь с ними сделать. Вот у вас есть какая-то примета своя или у вашей команды? Так сказать, поговорить с Богом и как Артем Бликов в «Спартаке» поговорить с воротами. И что сказали сегодня ворота? Ну, это между нами останется. Это интимная информация. Понятно. Не разглашайте. А что будет, если футболисту дать волейбольный мяч? Будет... точно проиграет. Выносить будет. Понятно. А если будет создаваться народная сборная, как сейчас планируется, вы бы хотели в нее попасть? Не знаю. Если позовут, буду рад. Ну, а так, в принципе, ну, интересно было. Новые эмоции, новые... статус, что ли. Все, спасибо большое. Спасибо. А хотели бы вы войти в народную сборную по футболу? Как вы свои силы оцените, особенно после победы? Да, я думаю, что это немножко просто эмоции. Народная сборная, которая бросила вызов, да? Или что? Ну, вообще, вот если бы была какая-то вот народная сборная... Ну, наверное, каждый, знаете, в армии, да, плох тут солдат, который не хочет стать генералом. Конечно, любой футболист, который играет в футбол, который играл профессионально, наверное, когда-то, да, как я мечтаю, попасть в какую-то сборную, стать где-то хорошим, лучшим, может быть, игроком. Ну, так что, ну, естественно, наверное, для каждого игрока. А у вашей команды есть какая-то футбольная примета? Что вы делаете перед матчем или после, ну, кроме тренировок? Ну, знаете, я могу сказать, что несколько лет назад, да, у нас было пару примет таких по футбол. Вот. Наверное, на данный момент, да, вот сейчас нет. Ну, раньше, да, там мы определенные песни слушали в машине, как всегда ехали. Например, на поте одну. Не на поте, не девчонка, знаете, Женя Белорусова. Ну, я послушаю. Ну, вас, ну, ты должны знать все. Понятно. А какая для вас эта спартакиада по счету? Ну, явно не первая. Ой, я уже сбился с 9-го года. Какая получается? 8-я, наверное. Ну, я практически рядом все влияет. Что для вас значит спартакиада? В каком смысле? Философская дача. Ну, если философском... Даже не философский, а в простом. Это увидеть ребят из других команд. Да, за эти 8 лет мы уже так не то чтобы подружились, но с многими так уже знакомы, обсуждаем, как-то перипетии, да, там, как кто готовится. Вот. Так что это в первую очередь, конечно, игра. Да, это каждый год мы всегда ждем спартакиаду. Вот, надеемся, она будет продолжаться. Это очень хорошая традиция. Потому что для людей, которые работают, ну, не живут спортом профессионально, да, а работают в определенной своей какой-то деятельности, да, мы вот в сети «Консультант Плюс», это очень здорово, что в сети есть такая спартакиада. Вот. По крайней мере, я могу привести пример, что за эти 8 лет она очень сильно развивается, и открываются новые виды спорта, ну, новые команды привлекаются, да, там вот Райт вышел, да, и
забил в первой игре, тоже никто не ждал. Вот это здорово, понимаете, что есть у людей эмоции. Вот, люди здесь в игре получают положительные эмоции. Вот. И спорт он объединяет. Здесь нету, там, выходит работа. Да? Потому что мы все работаем в одной системе, вот, в одной деятельности. Но работа здесь, она отходит на второй план, и здесь есть только спорт. И это уже... Вот еще, да, о спорте. У нас вот есть хэштег, вы видели, консультант плюс лето. А если вот в сумме, что после равно тогда? С вашей точки зрения, для меня консультант плюс и лето, знаете, с чем ассоциируется? Сразу спартакиада. Это же все очень просто. Если лето и консультант плюс, это значит спартакиада. Поэтому для меня консультант плюс лето – это спартакиада. Это спартакиада, ну и, конечно же, футбол. Они стали проигрывать, и пошел примитив вот это туда, только туда вот это. А мячик-то они не опустили, а когда они мяч-то очень хорошо гоняют-то. И они даже, они лучше играли. Гриша, ты просто отвлекаешься. Ну, мощнейший. Вы сдержали, я не знаю. Я думал, у меня все, я все уже. Чего ты, все там? Не хватит. В какой-то момент. Там вот, когда мы в тайм-аут взяли, я думал уже, блин, это, половину точно. Да, скажи спасибо большое. Вот. Это было 8 минут. Ты меня прям напугал. Просто, ну, 3 минуты там. 3 минуты. Просто напугал. Чуть-чуть. Зато дал поиграть, чем остальные. Чуть-чуть.